Многие звезды время от времени спускаются в метро, особенно когда в столице пробки, а опаздывать на важную премьеру никак нельзя. Но некоторые артисты пользуются подземкой почти каждый день. Глафира Тарханова, к примеру, с детства любит пользоваться этим видом общественного транспорта. Она ездит в метро с самого детства. Во двух-трех классе я, малявка, ездила сама в школу из Выхино на Пражскую. Несколько раз меня будили на Чертановской, чтобы поезд, меня спящую, не увез в депо. Три раза в детстве я оставляла или забывала в метро скрипку. Дважды ее возвращали, через бюро находок, а в третий раз она ко мне не вернулась. А еще там есть возможность понаблюдать, в институте это было в помощь, для этюдов наблюдений за людьми, поспать и почитать, рассказала 35-летняя Глафира. Удивительно то, что Тарханову совсем не смущает повышенное внимание пассажиров метрополитена. Она соглашается делать селфи с поклонниками. Фанаты узнают артистку даже спящей без макияжа. Правда, когда актриса чувствует, что выглядит плохо, то она вежливо отказывается от фотосессий. «Без таких фото лучше обойтись», — говорит Тарханова. Что же, артисты, живые люди, могут плохо себя чувствовать или быть невыспавшимся. Так что судить Глафиру тут ни за что. Кстати, так же сильно, как и метро, артистка любит подмосковные электрички. А вы встречали лично звезд в метро? Просили автограф или фото на память?